Друзья, привет! Хочу вам рассказать о своих новых жерлицах. Жерлицы от Петрова. Заказал себе 10 штук. 5 штук уже оснастил. Вот сегодня рыбачил на них. Вообще, огонь они жерлицы. Пластик шикарный. Говорят, до минус 40 выдерживает. Складывается все. Вот флажок сюда укладывается аккуратно. Сама она, смотрите, как разбирается быстро. Это у меня еще не оснащенная. Раз. Все, готово. И пошли опускать. Здесь вот шайбочка есть. Притягивает, которая. То есть тормоз. Видите, можно тормозить. Сразу же вот у меня есть уже оснащенный. Сейчас складывать буду. Покажу, как крючок все укладывается. Вот она, раз. Здесь крючок спрятался. Все. Готово. И флажок сюда же. И ничего не валяется, никакие крючки нигде, ничего не цепляется. У меня в сундук стоит там перегородочка. Поместил 6 жерлиц. Если перегородку убрать, ну где-то, наверное, 8-9 точно залезет. Мне понравились жерлицы, вообще огонь. Сегодня была у меня одна сработка, загар флага. А что рассказывать, посмотрите сами, как это было. Сработала жерлица. Я сначала не понял, что это щелкнуло, пока ты не крикнул, вообще не привычки. И флажок высокий у них, да, смотри, торчит прям. Блин, изо рта выдернул. Из пасти выдернул прямо. Она его держала, стояла. Блин, поторопился. Но она бы хотя бы мотала чуть-чуть бы, что ли. Вот это обидно. Вот это обидно, говорю. Я прям она дын-дын, главное, и все. Да, я прям этот, она прям головой его. Здесь где-то 3 метра. 3,5. Но вот это яма, а там уже мелко идет 2 метра. Ну что, друзья, из пасти прям выдернул. Прям почувствовал головой, она попыталась у меня отнять, а я у нее. Ладно, будем ждать. Друзья, ссылка на жерлицы есть в описании, кому интересно. Там все подробно расписано. Это в Сызрани делают. И у них на сайте все можно посмотреть. Процесс, там картинки, видео у них какие-то есть по этим жерлицам. Заходите, кому интересно, ссылка в описании. Друзья, сегодня порыбачил на жерлице, на балансир и на бель стоял. Ничего не поймали. Сейчас буду собираться. Ой, как у вас, рассказываете, рыбалка. То есть вот он, флажок ставится здесь. Раз, выдергиваем. Натавило назад наматываем. Ее можно переставить, кстати. Можно с этого бока поставить. Кто как, левша, правша. У жерлицы вот это мотовило, оно прорезиненное, прям резина. И в нее можно запрятать крючок. То есть таким образом можно его воткнуть туда, как кому удобно. Вот он. Раз, все. Вот он спрятался. И уже складываем спокойно жерлицу. Все, готово. И сюда же флажочек. Аккуратненько. Все лежит на месте. Кто-то скажет, что дорого слишком они, эти жерлицы. Но мне кажется, качественное все дорогое. Не знаю. Мне нравится.
Мы же их покупаем не на одну рыбалку, надолго. Вот так они у меня в сундуке лежат. 6 штук помещается, просто я еще не оснастил все полностью. Вот, еще одна сюда залезет, 7. Ну и сверху 3 штуки положу. Просто если перегородку убрать, тогда все 10 залезут. Но у меня за перегородкой всякий хлам еще лежит нужный, так сказать. Жерлиц ставить, одно удовольствие новое. Все сделал как по феншую. Друзья, вот такие жерлицы от Петрова. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, не хвоста, ни чешуи. Пока!